В Институте управления экономики и финансов подвели итоги конкурса на лучшую научную работу среди студентов Казанского университета. Все подробности узнаете в сюжете наших коллег. Здесь прошла торжественная церемония награждения победителей и финалистов конкурса на лучшую научную работу студентов КФУ. В этом году определить победителя было особенно сложно, отмечают организаторы и жюри. В этом году во второй этап прошло 136 научных статей и 49 из них в финал. Они отличались высоким уровнем практической значимости и разнообразием выбранных тем. И каждый год у нас несколько сотен студентов, на самом деле, принимают участие вот в этом конкурсе. На самом деле больше, но факультет нам выдвигает там от 150 до 200, до 300 работ. В конкурсе приняло участие много иностранных студентов. Победителем одной из номинаций стала студентка из Ганы Тенгаран Крита. Сама она признается, участие в конкурсе далось нелегко, но это того стоит. Хочу говорить особенно всем иностранным студентам, что ничего страшного, надо пытаться, надо стремиться к лучшему, а все это возможно. Помимо участия иностранных студентов, жюри отметили работы на татарском языке. Некоторые из них были представлены на очном этапе конкурса. Меня приятно поразило то, что были работы на татарском языке и довольно-таки сильные. Даже в финале девочки выступали. Из 49 работ, прошедших в финал, 26 были награждены дипломами. Авторы лучших получили денежное вознаграждение. Анна Азанова, Анастасия Вахрушева, Фарид Захитоглы, Универньюз.